Раньше снимали. Нормально, нормально, это так должно быть. Это не то, что, конечно, сейчас компьютерные технологии. Да. А вот без права показа по телевидению. Ну, это военная техника, это вообще серьезно. Нет, надо как заставка, что в Грузии, где есть тайные кафедры, где... И даже такие люди есть, да? Вот, еще они театром занимаются. Это воспоминания о лагерных сборах и подготовка мальчиков. Вот такой он был. О, это вот петляк, это мой выпуск и есть. Вот да? Сейчас себя на выйду. Ну вот тут вот конец с экзаменом. Да. Но эта пленка делалась для театра. То есть опять же фрагменты. Виктор Филиппович Борисенко, как курсант, который оканчивает, сдает экзамен технической подготовки. Поэтому вся эта пленочка посвящена театру заводов ТУЗа. Ну, это Женя Агрон или Агрон. Нас посылали тушить пожары. Это вот весь состав сборов выезжал. И поскольку он тоже в театре принимал участие. Да, они с ним пожаловали, что это? Да, это вот перерыв мы потушили, и нам привезли поесть, а вывезли нас ночью, вечером. Такая полевая. Понятно, почему показывают. Но был снят фильм, о чем вы... Да, о чем девочки не знают. Еще клёш носили тогда, да, я смотрел. Вот да, вот это Дроздов был и Черепахин «Поход на дорогу жизни». А это вот Комиссаров, или как его прозвали? Да, вот Дроздов и есть, да. Ну это Дроздов, а вот да, этот танцевал. Это был «Поход на дорогу жизни». Вот Олег Дроздов, да. Масленников, секретарь. Да, ну я знаю, что знаю. Сразу Масленников знает, хорошо. Женя Марков на демонстрации, можно было всех увидеть. А сейчас Масленников не знаете где вообще? Он как-то мелькнул, когда был юбилей театра. Вот Коля Лапкин, великий большой человек. И Женя Марков. Ну а теперь репетиция Виктора Филипповича, он читает текст очередной какой-то пьесы. Так что такая организация, как театр, имеет право на существование, и тоже 20 лет Соня Крупицкая. Вот так вот раньше ходили. Ходили раньше, да. Вот такие были. Да, такие были люди. Строенные здесь, это как воспоминание вставлено в слушание пьесы в театре. Это Владимир Львовича дочка, да? Да, 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 да. Она много раз поменяла фамилию. Много раз. Ну, то, что театр сатиры в Москве ставит. Идет монтаж сцены. Ну, конечно, не видно, если не видно, можно стереть и врать. Ничего, ничего. Актовый зал в первом корпусе ТУЗа. Актеры все сами делали. Главное. Ну, поскольку темно, поэтому, чтобы как-то запомнить, кто участвовал, приходилось снимать как контражур. Нашего студента, и тут группа подготовки к спектаклю. Считается, что театр начинается с вешалки, а во ВТУЗе это начиналось с коридора, в коридоре встречи зрителей. Момент в гримерной. Гримерная была на кухне, там слева и справа от сцены. «Свадьба на всю Европу» другой спектакль был такой. Вот Саня Крупицкая играет, героиня Коля Орехов, мальчик со стороны. Боря Кядман такой, ну. Ну, по ходу пьесы жениху достается, с жеником, соответственно.
сцена Коля Аляхов. Но когда это снималось, видеокамер в таком обилии еще не было. И кадры поэтому имеют историческое значение. Боря Медведев, между прочим, на лагерные сборы не прошел и отправили в армию, служил в армии, а сейчас занимается бизнесом.